вот еще один вопрос от подписчика моего канала в Телеграм. Понимаете, дружба – это неопределенное понятие, такое же, как, например, любовь или справедливость. А когда понятие не имеет четких критериев, то каждый может трактовать его как хочет. И это, в свою очередь, очень часто приводит к различным недоразумениям и дает широкие возможности для манипуляций с использованием этих понятий. Я думаю, многие сталкивались с тем, что люди вспоминают, что вы с ними друзья, только когда им от вас что-то нужно.